Всех приветствую. Ну вот мы на пляже. Сегодня жара. 30 градусов. Вот такая погодка сегодня. Все идут купаться. Ну и мы пойдем искупаться. Померяем температуру воды. Ну и скажем, соответственно. Сообщим, какая сегодня водичка. Сегодня 14 июля. Половина лета уже прошло. В эту неделю мы полностью ходим купаться. Самая низкая температура была 25 градусов. Ну а сегодня третий день уже жары под 30 градусов. Надеемся, что сегодня потеплее будет вода. Ну все, уже хочется быстренько искупаться. Просто не представишь. 26,5. Правда, что ли? 26,2. Ну, подальше зайти надо. А, да, подальше. Подальше зайдите, померить, ну, короче. Ну, просто все купаются. Сколько? 26,5. 26,5. Ну, ничего себе, вот это да. Классно, пойдем купаться. Ну, что у нас там? Вот такая температура. Да не надо близко, я сам вижу. О. Ну вот, 26,5. Вообще круто. Все верно. Не обманули. Наши водяные. Ну сегодня теплее, да. И вода теплее, и погода жарче. Народу очень много. И много купающихся. Очень много. Вот такая красота сегодня.